Ассаламу алейкум, всех приветствую. Хочу дать информацию насчет того, что я готовлю ролик по поводу того, что нужно, или вернее, сколько ресурсов уходит, да, денег на переезд в Турцию. И на первое время, когда вы будете переезжать, какие будут затраты, я обязательно сейчас высчитаю все, как бы по личному опыту, да. На что вы будете тратиться, сколько надо будет денег, потому что очень много задается вопросов мне по WhatsApp, в Инстаграме, и думаю, что уже, ну, пора сделать такой ролик, чтобы было как бы ориентироваться, да, чтобы. А сейчас я вам представлю новый комплекс, вот, ну, иншаллах, зацените. Приятного просмотра. Şimdi bizim şeyi kontrol ediyorlar diyeceğim. Ha, Bilal abi. Hani semento falan kontrol ederler ya. Sağ ol, sağ ol Bilal abiciğim. Saitim abi. Sen de kullanılmamış ama işte öyle kala kala. Evet. Şöyle ben şey biraz baksana. Hani şey. Odalar da şey. Bitmiş hali bu ha. Hı. Yaşlılık da mı var orada? Bahçeli resimleri vardı. Bahçe tabii bu şekilde olmadı. Çek abi şöyle. Tabii bu yani son hali vermiyor. Aa, bambaşka bir şey burada ya. Şey İbrahim abi, burada bir tane de 10 tane alan varmış ya aşağı yukarı. 7 tane. Kim o? Doğa Beton. Doğa Beton. Her yere çıkıyor. Başka öyle çok alan var mı? Bir tane yine yapan. Yine, yani, yine bir Suriyeli öyle çok almış herhalde. Bu işte ya. 3 tane bulamadım. 3 tane başka var mı? 10 tane. Fırat diye bir çocuk var. Fırat Kızılkaya diye. 10 tane alan var. 3 tane, 5 tane de alan var. O bizi satmış herhalde. Ya bu da. Ya da bu da böyle de yani bunlar hep böyle olmamış yani. Tabii. Hiçbir şey yani. Bir daha benden diyeceksin değil mi? Abi işte şurayı da yap, burayı da yap. Bitecek her şeyi göreceksin. Göreceğim. Anahtarını kilitleyeceğim. Al kardeş diyeceğim. Bir tane şey İbrahim. Elektrik tesisatları isim neydi abi? İbrahim. İbrahim abi. Bu adlar bazı elektrik tesisatları eksik diyorsan. Hepsini yapan özgür. Hiçbir eksiği yok. Bu adlar açıktı. Onlar tamam. Onlar elektrikle ilgili bütün işlerini özgür yapacağım. Varsa eksik. Tamam. Yabancı değildi o yabancı. Özgür işte. Tesadüfen denk geldi. Aslında как увидели внизу, мы сейчас разговаривали с самими застройщиками, вернее, это был как бы Юнатым, кто следит, да, за продажами, за всем этим, кто именно вот обозначает все действия, отношение к этому зданию. Вот смотрите, видите, некоторые вещи здесь не доделаны, мойки нету там, раковины нету, плинтусов нету, ручек на дверях нету, душа нету. Вот мы внизу обсуждали именно вот эти вот как бы недоделанные вещи, где унитаз должны поставить. И, в общем, цена вышла такая, 220 тысяч лир стоит, 2 плюс 1, 100 квадратов. Это на данный момент по курсу 36 тысяч долларов делает или 32 тысячи 800 евро, да? Вот. Квартиры довольно-таки свежие, еще видите, как ремонт идет, да, как бы. И место само хорошее, и вообще открыто все, и как бы свежего воздуха много, да.
напротив с кухни, когда смотришь, выходишь сразу как бы на море вид, да? Вот. Что мне именно понравилось в этой квартире, балконы очень большие. Вот сейчас мы в студию заходим. То, что вот 2 плюс 1, вот это вот плюс 1 и есть вот эта вот студия, да? Вместе с кухней. Видите, нету на мраморе там моек, раковина, короче, вот эти вот, все вот это вот доделают. Отопление есть, все проведено. Только подключать счетчики остается. Вот. Что именно мне понравилось в этих квартирах? Очень хорошо все со вкусом сделано. Опять же, балкон очень такой хороший, можно ставить стол и сидеть чаи гонять там на свежем воздухе с видом на море, да, если так можно выразиться. Вот. Это мы сейчас на третьем этаже. Все здания вокруг, все новые. Все это, вообще район сам новый. Вот. И в данном здании все квартиры 2 плюс 1 идут, по 100 квадратов они, в комплексе имеется только, ну это как бы мини-комплекс, только бассейн есть, вот этих хамамов, саун, вот этого нету здесь. И айдат здесь будет маленький, конечно, вот, по сравнению с теми, что фитнес-салоны где есть, где там площадки для детей, да, футбольные площадки, этого здесь нет. Есть только бассейн, ну тем более море рядом. Вот, сейчас я поднимусь на верхний этаж, оттуда еще вид сниму. Это вот подъезд так выглядит. Сейчас я вот поднимаюсь на самый верхний этаж, сейчас поднимусь я. Ну, как я и сказал, квартиры, 4 квартиры у нас есть в этом здании. 2 на 5, на 6 и на 3 этажах. Вот это самый высокий, самый последний этаж. Вот такой вот вид. Вид вообще классный. Вот. Ну и вот видно море отсюда. Для любителей моря. Ну, на верхнем этаже квартир не осталось. По идее, здесь все квартиры пустые, но... хоть они и пустые, но они все выкуплены уже. Последние вот это вот 4. Многие люди купили еще, когда фундамент закладывался, да? Вот. И хочу сказать, что когда с фундамента вы берете, намного дешевле тогда получается квартира выходит. Вот. Сейчас я выйду на крышу, да, как можно так выразиться, если... Здесь видите, то, что снега нет, зимы нет, крыши такие, не как мы привыкли, чтобы там шифер был там. Нет, здесь крыши вот так вот выглядят. И аж свежий воздух чувствуется. И можно сидеть, стол поставить. Здесь в основном, если соседи все будут, как сказать, общительные, можно ставить стол, самовар там, не знаю, мангал делать. Вот море. И что самое главное, сама трасса, вот эта вот главная трасса, да, автобан. Вот видите, вот. Машины где едут, оттуда можете, если вы выехали туда, сразу можете ехать в любое направление, в Адану, в Анталию, в Аланию, также сразу дорога рядом с вами будет. Ну вот, думаю, зацените, вид вообще не знаю, мне очень сильно понравилось. Здесь еще мечеть есть, сейчас я приближу камеру, вот. И еще, да, хочу я вам представить одну квартиру. Это квартира 1 плюс 1, 45 квадратных метров, да? Но это без балкона. Есть тут, значит, у нас, ну, квартир 4-5. И во всех есть квартиранты. Это вот для вложения очень подходит. И у квартирантов уже на год подписан контракт. Если вы квартиру покупаете... Квартиранта выселить не сможете, но, ну как сказать, это права квартиранта, да, они в Турции очень хорошо защищаются, но вы можете каждый год уже, ой, вернее весь год, каждый месяц квартплата будет уже идти к вам, вот, кто хочет сделать вклад, вот как раз подходит такая вот квартира вместе с квартирантами. Вот, если вы захотите выселить, у вас это не получится, потому что есть контракт, и контракты нужно соблюдать. А если хотите вкласть деньги,
Пожалуйста, готовая квартира с квартирантом.